выключите свет. Бабочка, тебе нужно телепонабор купил. У нас канцелярия точно такая же будет. Тебя люблю. Папка пришел, сейчас увидит, что произошло у нас. А что произошло? А сейчас увидишь. А что уже сделали? Форс-мажор. Я буду смотреть. Давай, проходи, раздевайся. А что ты там купил? Маша, а чего рюкзак валяется? Хай валяется пока. Маша. Настоящая ученица. Маша, ты его в школе ногами не пинаешь? Мы пинали в школе. Да, я тоже, в принципе, пинаю. Ага, рюкзаки сейчас... Ну так не надо делать, он сейчас дорогой, но его надо. Раз рубанешь... Вот здесь я пинаю. Мама, посмотри, какие тут нежные цветы. Что, блин, стрелки? Мама, посмотри, какие нежные цветы. А это ж не картон, это бумага цветная. А должен быть картон, плотная бумага, толстая. Блин, ну, там не было. А там было написано кулёрово картон. Нет, это папир был. Кулёрово папир. А там картон должен быть. Нет. Маш, ну, в общем, тогда такую бумажку возьмешь. Она такая, более или менее. Спасибо. У тебя в школе более тонкая бумага, а это, ну да, пощупаю. Ну, это чуть-чуть толще. Ну, будет и это пускай. Там он картон вырежет откуда-нибудь. Да нет, ну надо же яркие, они будут открытки делать. Так вот яркий кусок картона поклеют этот. И будет как это в нашей Раше, да, там пакет. Хотя мне без Ты же не знал. Ё-ма, шо вы тут сделали? Ну вот видишь, машинка потекла. Шо? Мы тут убрали линолеум. И смотри, что происходит. Я боюсь, что соседи... Смотри. Не-не-не, посмотри, иди сюда, глянь. Видишь, трещина? Посмотри, как просушить. Вот здесь трещина, наступаешь, и оттуда как бы, вот, видишь, выходит вода, там влага. Я думаю, у соседей потолок не будет мокреть. Надо срывать. Срывать его надо, да? И что нам делать? А что он так высоко? Побыжи, ну, сейчас в квартире это тепло и... Маш, одень тапочки, пожалуйста. Тепло и, возможно, это... Кузенька, а что ты тут лег? Мама, пошли, посмотри. Тут обувь грязная стоит, давай иди. Иди отсюда. Мама, смотри, какие тут... Это самый нежный цветок. Да, красивый, иди двухсторонний. Сюда. Иди, иди, иди. Ну, сюда. Сейчас надо папа, чтобы покушал что-нибудь. Мама, иди. Видишь, вот, я кран перекрыла в ванне. И получилось вроде лучше. Не течет, да? Так я не понимаю, откуда текло. А текло оттуда, вон. Отсюда, откуда-то, и вот так оно стекало, и прям сюда все. Это я хотела чем-то разрезать линолеум, но не получилось. Посмотри, посмотри! Семечки папа купил. И что ж еще? О, и тортик. 44 гривны. 99 копеек. А сегодня какое число? Я уже не помню. Будешь доставать тарелочку, давай мне ножик. А мне ни тарелка не нужна. И вилки, ножки. Поставила рыбку на пар, чтобы ее не жарить. Кто посидит? А, зачем мне тарелка? Все, всем пока. Отдай. Дай мне ножик. Маша. Ой, господи, я красиво. А, не, ножик там в рыбе, его надо. А ну, убирай руки. Не надо руками. Еще только эти. Попробуй, да, если получится. Я могу еще ножницы. Маш, бери, пожалуйста. Ой, как бы знаете, ребят, как я всегда делаю, когда... Суховат тортик. Спасибо, Толя. Ну, все тут сухо. А текло отсюда. Откуда? Отсюда. Ну что, я воду перекрыла, и она перестала идти, между прочим. Пап, она же оттуда. Где-то либо шла, пробилась. Текло вот оттуда. Тут оно я буду... текло оттуда вон. Не оттуда. Нет, Маша, что ты кричишь на ухо? Оно оттуда пришло. Текло. Вот так. Текло. Кузя. Кс-кс-кс.
Киса. Кисуль. Ну, открыл. Ну, и все. Я ж не знаю, что будет. Открыл-то открыл. Во, кажется, вот тут где-то течет. Да. Вот. Вот течет. О, ну, во, брызгает. Фигурсы. Кошмар. Да не брызгай на меня, глянь. О, ну, может, что-то новое шланг покупать. Оля, как. А как же стирать какая теперь? Ну, блин, сегодня не постираешь, завтра куплю его, поменяю. А его быстро менять? А что, ну, тут открутил, там открутил. Что, ну... А, это сам шланг от машинки стиральной, да? Да, он просто его пробило, видишь? Ну, конечно, пробило. То, что надо, может быть, сюда. Ой, надо. Постелить надо, кусочек линолеума. Кусочек линолеума сюда кинуть, чтобы он об эти камни не портился. Потому что да, же наступает. Какая струйка, да? А сколько налилось от нее, да? Да. Да. Можно сюда тряпочки проложить, и он будет лежать на мягком. Все, я тогда перед сегодня будешь стирать? Не. Все, я его перекрываю, тогда завтра новый куплю. Ну, слава богу, разобрались. А я рогли. Ой, а это вот Толик открыл эту штуку. Старый ламинат, еще не ламинат, а линолеум, еще советский, еще видно, когда дом строили. Ну, пусть так полежит, он просохнет хотя бы. Да, надо. А если его полностью как-то убрать отсюда? Бля, видишь, моментально. Ой, и что, вот этим дышать сыростью такой. Это же тоже на легкие вредно. Когда спать ляжем, я везде пооткрываю окна. А это оставим. Мы когда спать ляжем, дверь закроем в спальню, а это будет сквозняком, мы так все выветривать. О, воняет-то. Да, да, да. Вам наш по соседям там. Ну да. Теперь можно спокойно спать. О, блин, да? Так маленькая, пусенькая такая дырочка вообще. Ну да. А как он, наверное, прогнил? Да не прогнил, Толя. А покажи, пожалуйста, как он просто пробился, бывает? Возможно, об какой-то камушек. Просто пробился. Мы ж ходим, наступаем на эти трубы. Ну, вот я не наступаю. Вот это вот выходит, как корова, и наступает. А зачем ты обзываешь нас? Это, наверное, в этот штырь. Просто надо подложить, чтобы мягко было, оно не билось. И все. Что-то подложить и как-то какую-то дорожечку туда положить. Все, ремонт окончен. Да не. Да это. Не знаю, выкидываем. Не знаю. Ну, потом я в машинке, ну, я не знаю, куда прополоскать их надо. Ведро, Толь, убери ведро в туалет. Все, ребят, нашли наконец-то мы. Давай, утечку. Давай. Все, всем пока.